Всем привет! Сегодня предлагаю вместе со мной приготовить кофе с чесноком. Для этого нам потребуется сам кофе, у меня здесь в пакетике, стаканчик воды, то есть только сколько вы хотите выпить кофе, чеснок и турка. Итак, давайте поехали. Для этого мы очистим чеснок, положим его в турку, засыпем кофе, зальем водой и поставим турку на огонь. Чеснок мы немножко раздавим. Видите, я его раздавила. И опускаем в турку. Насыпаем кофе столько, сколько хотите. Одна ложечка. Вторая. Я хочу покрепче. И заливаем водичкой. Заливаем водичкой. Турку ставим на огонь. Ставим турку на огонь. И начинаем варить. На медленный огонь ставим турку. Медленно. Помешаем наши кофе. Для тех, кто любит пенку, мы можем эту пеночку собрать в кружечку. Тут плохо видно, да? Но он кипит. Буквально несколько секунд покипит. Чеснок там есть. Тоже купается, тоже отдает свои полезные вещества. Ну, я думаю, достаточно. Выключаем. Сейчас кофе немножечко осядет. Подождем, пока немножечко кофе осядет. И заливаем кофе в наш стаканчик. Вот. Чеснок у нас остался вон в нашей турке. Он нам не нужен. Кофе готов. Пожалуйста, наш кофе готов. По желанию вы можете добавить сахар. Для тех, кто любит сахар. Я люблю без сахара, поэтому сахар мне не нужен. Всем рекомендую попробовать. Очень интересный вкус и запах кофе. Всем приятного аппетита. И до новых встреч. Пока-пока.